Увидимся. Я велю Тео встретить тебя снаружи. Нам пришлось конструировать мост в отдельном месте. Для муравейника это слишком опасное соседство. Альтернативное секретное убежище. Доктор Пим там, дальше. Отлично, Хэнк, мы прибыли. Ну и как, у тебя все работает? О, ты будешь в восторге. Скоро увидимся. Ты молодец. Столько каворита набрала. Доктор Пим весьма доволен. С возвращением. Каворита теперь хватит на запуск моста. У нас одна попытка. Отлично, тогда за дело. Тише. Нужно вернуться в прошлое за день до того, как он воспользовался временным мостом Моники. Перехвати его, не дав ему перейти. Иначе мы никогда его не найдем. Я успею туда добраться. Лаборатория-то аж в Сибири. Тут начинается самое интересное. Я подключу тебя к мосту Моники. Ты пройдешь и окажешься прямо в ее лаборатории. И в прошлом. И ты молчал? Хотел устроить тебе сюрприз. И может не сработать. Но если да, мы остановим Клинта и уничтожим мост, исправив последствия эксперимента Моники. Пожалуй, может не сработать, я не слышала. Правильно. Не вмешивайся в линию времени, только уничтожь мост. Это опасно, но замысел Моники хуже. Ну, ладно. Столько вопросов. Но иди, что надо, так что врубай, пока я не передумала. Что ж, с тобой все время будет Джарвис. Найди Клинта, уничтожь мост и назад. Значит, отправляемся в прошлое. Ну, было не было. Мои внутренние часы расходятся с местным временем, так что, да, эксперимент удался. Но мы опережаем себя из прошлого всего лишь на час. Вместо того, чтобы перенести вас на день раньше прибытия Клинта, вы оказались там за час до... Ладно, Джарвис, я поняла. Придется пошевеливаться. В базе направляется крупный конвой. Доктор Рапачини должна встретить его по прибытии. Наверное, это он. Есть шанс передать ему сообщение? Я могу попытаться, но для этого мне нужно, чтобы вы подобрались к нему поближе. Ладно, времени в обрез. Подсказывай дорогу. Вот будет облом, если окажется, что это им просто подштанники из прачечной везут. Конвой. Нужно успеть добраться до Клинта раньше, чем они достигнут базы. Опа, а вот и приветственная делегация. Я же вас уже возила мордой по полу. Они разбили пленников на группы.
Какие-то проблемы с безопасностью. Предлагаю вскрыть эту клетку. Что бы там ни планировала Моника для этой клиники, вряд ли что-то кажется. Джарвис, нам нужен Тео. Кейт? Стоп. Минуточку. Ты на какой частоте? Я думал, ты по другому каналу переговариваешься с Пимом. Позже объясню. Намного позже. И не говори Пиму, что я тебя вызывал. Просто вытащи отсюда этих пленников. Ладно. Но только потому, что я твой должник. Большой конвой прямо по курсу. Следуйте вдоль гребня, и вы его увидите. Я вижу камеру. Я не выявил в этом месте следов мистера Бартон. Спасибо, хоть что без приказ. Но пленников я все равно освобожу. Спасибо. Там дальше есть еще одна камера. Наверняка. У этого охраны больше. Думаю, вы были правы. Будем надеяться, с третьего раза получится. За дело. Сделаю вас, а потом открою камеру. Идет?
Открывайся! Кейти? Боже мой! Что ты здесь делаешь? Тебя спасаю, глупый. Ты не понимаешь, я сам согласился. Что? А им послали отряд для захвата пленников. А, объясни по пути. Уходим. Как ты мог работать на Аим? Ты помнишь, как мы разделились? Ты оказалась права насчет Фьюри. А им его тоже поймали. Так он жив? Да. Оказалось, мы с Фьюри оба напали на след чего-то, называемого «Операция Омега». Моника утверждала, что пытается предотвратить конец света. Ты ей поверил? Фьюри ей поверил. Ну или делал вид, что поверил. Мы были ее пленниками, но согласились ей помочь. Потом от него пришло сообщение, что ему нужна моя помощь. Я не смогу пойти с тобой. Ты обязан. Мы собрались. Что там не задумала Моника, это вызывает такие тахионные бури, что от земли скоро вообще ничего не останется. Да, это осложняет дело. Немедленно покиньте зону поражения. А то я и сама не догадалась.
точно в класс. Так что это за омега? Без понятия. Там много было такого, чего я не понимал. Но если ты права... Я всегда права. Нам нужно уничтожить мост. Ну, наконец-то. Даже если я сам не смогу вернуться.
двойной мост Моники нужно уничтожать с обоих концов одновременно. Запереть оружие в одной линии времени, прежде чем оно натворит новых бед. Нет, 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 ты же не сможешь выбраться. А вдруг мне повезет? Я знала, что... Кейт, прости, я ухожу. Только, пожалуйста, вернись. Вернусь, но если нет... Нет, даже говорить об этом не будем. Так что возвращайся, пока Моника не заметила, что тебя нет. Идем к мосту. Джарвис? А им послали отряд для захвата пленников. Пять? Ионные импульсы. Показания не... Аномалии влияют на время и усиливаются. Держись, приятель. Еще одна волна. Надо укрыться. Сейчас. Давай внутрь! У вас осталось 30 секунд. У вас осталось 30 секунд. Дело. Кейт? Слава богу! Что произошло? Меня сейчас вырвут. Так, долго объяснить. Моника пытается переправить по временному мосту какое-то оружие из будущего. Оружие? Так вот в чем причина. Учитывая скорость, с которой учащаются импульсы, после следующего их сеанса передачи тахионной бурей накроет всю планету. Говори, накроет, ладно? Попасть в эту лабораторию. Они ждут тебя. Вам конец, ребят. Исход. Что случилось с Клинтом? Он отправился в будущее, чтобы помешать отправке оружия. Нам нужно продержать мост открытым ровно настолько, чтобы он успел вернуться обратно. И тогда уже разрушили его на куски. За дело! Живо! Thank you.
Кажется, это пока все. Ты должна проникнуть туда и вырубить мост, пока не поздно. Легко сказать. Кейт, я знаю, что ты не хочешь этого слышать, но если Клинт не успеет вовремя... Мы уничтожим мост. Я знаю. Кейт, мне очень жаль. Этого не случится. Да, но если дойдет... Я смогу. Дистанционно перехватить управление нужно, чтобы вы подобрались ближе к временному мосту. Джарвис разберется с охраной, а я тем временем открою мост. Ладно. Поехали. Служебный доступ подтвержден. Внимание! К вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Утомительно ли быть гением? Нет, не особо.
Внимание! К вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Внимание! Критический уровень энергии. Приближается тахионная вспышка. Мстители, сдавайтесь! Вы не представляете, с чем имеете дело. Я бы сказала, мы это не хуже тебя представляем. Даже доктор Гекс не знал всего. Что? Думали, я не в курсе вашей вылазки? Позвольте вас успокоить. Окончательно. Внимание! К вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена.
Межвременные координаты зафиксированы. Запускаю хроностатическую стабилизацию. Черт побери, а им по-прежнему контролируют мост. Нам нужно торопиться. Я стараюсь. Не подпускай их к мосту. Будет сделано. Вам это понять не дано. Я не позволю стать им на пути. Можешь подумать, я у тебя разрешение спрашиваю. Твои эксперименты разрушают саму реальность. Темные бури, твоих рук дело. Видели бы вы то, что видела я, вы бы поняли, что оно того стоит. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Внимание! Критический уровень энергии. Приближается тахионная вспышка. Мне нужно больше времени! Почти готово! Пим, это неразумно. Мы исправляем то, что ты натворил. Миру не требуется твоя помощь. У меня есть план. И сколько невинных смертей он предусматривает? Это неизбежные жертвы. Нет такого слова. Процедура подтверждения будет перезапущена. Внимание, к вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Показатели нестабильны. Кейт, не знаю, получится ли у нас. Просто открой его.
Вы даже не представляете, что вас ждет на той стороне. Чезарный привет! Захватило управление. Если его не перехватить, мы не сможем открыть мост. Сейчас! Погоди! Несанкционированный доступ к проекту Омега влечет за собой немедленную ликвидацию. Он открывается! А, это что за хрень? Супер-адаптоид. Защитить проект Омега. Слушаюсь, доктор Тропачини. Похоже, новый робот-убийца большой фанат Мстителей. Щит, молот. Видать, ракеты где-нибудь сзади тоже припасены. Кейт, а им захватило управление. Если его не перехватить, мы не сможем открыть мост. Несанкционированный доступ к проекту Омега влечет за собой немедленную ликвидацию. Обнаружено постороннее лицо. Ликвидировать без предупреждения. Убрать мстителей из этой комнаты. Быстро! Сработала сигнализация. Вам придется вывести из строя терминалы системы безопасности. Ладно. Все коды в нужном порядке включить. И тогда ты успеешь перехватить управление маком? Я согласен на любую помощь. Но твердые данные показаны.
Здоровяка сбили с ног! Времени! Держи его! Клинт! Нет! Нет! Закрывай! Конец света. Молодец, Кейт. Спасибо, что дождалась меня. Спасибо, что вернулся. Я должен рассказать тебе о том, что видел. Нет. Расскажешь на Химере, ладно? А то не знаю, как вы, я без чашки хорошего крепкого кофе про все эти перемещения по времени разговаривать не смогу. Thank you.
Я очень горжусь тобой, Кейт. Ой, да брось ты. Серьезно? Нет, и я дурака не валял, но... Ты была хороша. Ты прирожденный мститель. Ну, в этом я сомневалась. Но даже после всего, что с нами было, после всех ошибок, все же я порву за эту мою дурацкую семью. Значит, ты с нами? Да, я остаюсь. Все? Прости, Клинт, но каюта занята. Ничего, я посплю на диване. Но не на этом. Это диван? С возвращением в строй, друг мой. Я рад, что ты здесь. Да. А я рад, что ты здесь. Не верится, что ты жив-здоров. Живучий же ты, Кэп. Ну, здорово, приятель. Хоть спрашивать перестанут, где соколиный глаз. Тони хотел сказать, что нам тебя не хватало. Слащаво, но правда. Спасибо. Но вы и без меня неплохо справлялись, а? Разумеется. Но поведай нам о будущем, Бартон. Что за опасности нас ждут? Ну, это долгий разговор. Запаситесь терпением. Погоди. С этим роботом мы бились в Сан-Франциско. Им управлял Модок. Он не с нашей планеты. В будущем нас ждет вторжение воинственной расы Кри. Конец мира, каким мы его знали. Так вот, Моника, там, в будущем, вместе с Ником Фьюри спасают Землю. Они делают какое-то оружие. В будущем она не успела и пытается перебросить его в прошлое. Что объясняет все эти проблемы с тахионными бурями? А когда начнется это вторжение? Я не знаю. Никогда они прибудут, ни даже зачем. Но если ждать, сложа руки, мы с ними не справимся. Так Фьюри убедил Монику отправить меня в будущее на подмогу, но на месте он признался, что мы проигрываем. Велел вернуться и рассказать вам. Вот, подготовку нужно начать сейчас. Я понял. Скажи, что делать, и мы приступим. Да, ну мы можем... Клинт! Клинт! Брюс! Врача сюда! Быстро! Ну же, держись, Клинт! Посмотри на меня!